переходничок для microUSB, для использования на телефоне и в компьютере. USB папа и Type-C папа. Вставляется microSD-карточка, список поддерживаемых устройств есть у продавца. И эта SD-карточка работает по USB 2.0 технологии. До 128 гигабайт памяти можно вставлять любую. Все настройки и ссылки будут в описании. Заказать можно по ссылке. Ну, запечатано довольно-таки грамотно. Так, это, я так понимаю, подарок. А нет, это как раз заказ. Запечатано очень хорошо. Адаптер под Type-C. Rocketek. Ну, сделан хорошо. Здесь выход под USB. Все. Осталось только сюда вставить замечательный переходник, который отстегивается. Сделан в железном корпусе. По заверениям, он должен быть USB-3.